Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Развитие предпринимателей региона. Николай Любимов открыл форум инвестиций. Из глубины веков на раскопках в Рязани нашли берестяную грамоту. Снова на службу. Теперь можно заключить контракт на 3 года, а служить по 3 дня в месяц. Темные окна. Как сотрудники ГИБДД ловили нарушителей регламента о светопропускаемости окон. Мы целиком и полностью ориентируемся на интересы и намерения в развитии предпринимателей региона. Проект индустриального парка это подтверждает. Инвестиции приходят к нам на эту площадку не только из-за пределов региона, но и инвестиции наших предприятий, которые нуждаются в серьезных площадках для развития. О привлекательности региона для инвесторов и готовности местных властей и предпринимателей к плодотворному сотрудничеству рязанский губернатор Николай Любимов заявил на открытии инвестиционного форума «Здесь и сейчас», который стартовал 18 августа. В июне 2021 года на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге правительство Рязанской области заключило соглашение с Федеральным агентством по туризму о развитии агломерации «Большое Золотое кольцо». От Рязанского региона в проекте Рязань, Касимов, Скопин и Рыбновский, Рязанский, Михайловский, Клепиковский, Касимовский и Спасский районы. Ростуризм уже прорабатывает мастер-план вхождения, который определит приоритеты развития для каждого муниципального образования участника. У нас огромные потенциалы для развития. Откладывать на потом что-то – это стратегическая ошибка. Задействовать нужно все, причем здесь и сейчас. Проактивно использовать географическое положение региона, развитую транспортную сеть, все ее логистические коридоры, наш мощный кадровый потенциал, современную региональную правовую базу, модернизированное инвестиционное законодательство, уникальные природные условия, все условия для комфортной предпринимательской деятельности и реализации инвестиционных инициатив. Высокий потенциал областного центра отметил дизайнер Артемий Лебедев. Хотя работы предстоит немало, подчеркнул он. Я здесь в качестве гостя и посетителя новых таких объектов, которых я не был. Мы посмотрели лесопарк, мы посмотрели ВДНХ и глянули на... Это, я считаю, что это очень потенциально очень интересные места, и это большое достижение, то, что у города есть такие территории, которые сохранились. Сейчас это все максимально не развито и максимально вот просто обладает потенциалом, который уже виден. Понятно, что это и станет местом притяжения, это станет, собственно, ляжет в основу, вероятно, туристического направления. Городские округа-претенденты получили статус исторических поселений. 2 муниципальных образования в перспективе смогут получить этот статус. 6 районов включены в действующие рекреационно-туристические кластеры – Рязанский, Касимовский, Паустовский. В Скопине и Михайлове сформируют этнографический кластер. Также на форуме обсудят текущие инвестиционные проекты, в том числе в сфере культуры и туризма, новые подходы к развитию и продвижению региона. Есть такая организация «Акра». Это компания, которая показывает некий кредитный рейтинг региона. Так вот, на сегодняшний день данная компания, рейтинговая компания, показывает стабильный прогноз. Что это значит? Это значит, знаете, такой первый сигнал инвесторам, что кредитно-финансовая политика региона ведется правильно. Инструментарий для реализации всех проектов есть. Есть и деловая атмосфера открытого к обсуждению сообщества предпринимателей. И это тоже результат многолетней работы институтов по поддержке бизнеса, которая теперь приносит свои плоды. Форум стал крупнейшим деловым мероприятием со времени начала пандемии. А это явно хороший знак о продвижении вперед. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Археологический сезон завершается уже 21 августа. Традиционно короткий, всего 2 месяца. Он, между тем, принес немало удивительных открытий и еще немного приблизил ученых к картине того, как жили древние рязанцы. Одной из сенсаций стала найденная в раскопе у Кремля берестяная грамота. Керамическая детская погремушка молчала 6 веков, покрытая землей. И вот снова она почувствовала тепло человеческих рук, а голос ее звучит. Эта детская игрушка сохранилась в первозданном виде. А вот ее ровесники, глиняные кони, еще ни разу не оказались в руках археологов целиком. К сожалению, целых их вообще, по-моему, найдено. Если не найдено, то единицы. Они очень быстро бились. Они лепились из нескольких частей. Ну и когда ребенок играл, конечно...
очень часто белые игрушки. Женский костяной гребень. Много столетий назад женщины также хотели быть красивыми. Грузила для сетей, наконечники от стрел, ключи и другие бытовые мелочи, найденные в раскопе Переславля-Рязанского, в нынешнем сезоне датируются началом середины 15 века. Год за годом, сезон за сезоном археологи уходят вглубь. И веков, и культурных слоев. Неплохо сохранились с тех пор и деревянные артефакты. Вот здесь была настоящая улица древнего города. Периферийная. Жили здесь люди попроще, чем на месте раскопа Житного, что возле Певческого корпуса. Вот этот настил, возможно, остался от хозяйственной постройки. Хозяев самой усадьбы археологи определили почти наверняка. Есть подозрение, что это усадьба кузнеца, потому что здесь найден кузнечный молот, а такие вещи просто так не валяются. Это кусок металла в 3 килограмма, а железо тогда очень ценили. Это крайне редкая находка, это буквально единичные предметы, найденные на древнерусских памятниках. И найдены шлаки. То есть вот комплекс, такой комплекс нам позволяет предполагать, что это была усадьба кузнеца. Но настоящим сокровищем этого сезона стала найденная на территории одной из усадеб береста с надписями. Длина грамоты 8 сантиметров, ширина 2,5-3. Я даже не могу сейчас перечислить всего, что скрыто в этом маленьком кусочке бересты. Во-первых, с нами заговорили рязанцы. Мы не просто трогаем их вещи, не просто создаем их быт, их ремесла. Они с нами заговорили на своем языке. То есть мы можем уже говорить и орфографию, с которой они писали, и особенности произношения рязанского. Тут очень большое количество вопросов. Это довольно хороший текст. Полностью сохранились две строки, третья строка. Расшифровать, что же написано на этом маленьком кусочке бересты, московским специалистам только предстоит. Возможно, им удастся восстановить и третью строку, которая обрывается. Рязань всего 10-й город страны, в котором обнаружена береста с письменами. Как заметил Владимир Завьялов, 50-летняя практика работы археологом показывает, раскоп больше дает вопросов, чем ответов. И сейчас, с окончанием активного сезона, предстоит уже научная работа, чертежи, расшифровки, разгадывание тайн, которые выдал новый культурный слой. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сотрудники ДПС продолжают проводить рейды по тонировке автомобилей. Кажется, что сейчас уже тонированных остаться не должно, всех выявили, а остальные свою ошибку поняли. Но нет, ловят. И ловят много. Прибор есть? Первые минуты рейда, а уже есть нарушитель. Водитель рассчитывал проскочить мимо инспекторов с опущенными стеклами, но его выдало лобовое, тонированное. И как бы он ни убеждал сотрудников, что все в порядке, от проверки светопропускаемости теперь не отвертеться. 12,7, 12,5. А норма какая? 5. А? Норма какая? Положено, 70% должно быть пропускаемости. Выхода два. Либо устранять на месте, либо получить предписание и устранить в течение суток. Правда, к такому автомобилю внимание от ГИБДД теперь все равно будет повышенное. Поэтому обычно автовладельцы стараются тонировочную пленку отрывать на месте. Впрочем, штраф все равно заплатить придется. Минус 500 рублей. Эта автоледи решила схитрить. Стекла у нее не тонированные, к ним приклеена сетка. Снимается легким движением руки. Но делать это надо было раньше, потому что использовать такие тоже нельзя. И час рейда не прошло, сотрудники ДПС уже остановили довольно много машин. А при этом есть у водителей такой лайфхак – опустить боковые окна, чтобы не было видно тонировки. Но это не спасает. Отрывать все равно придется. 5 минут – два новых автомобиля. Оба с опущенными стеклами. Примечательно, что дежурят экипажи даже не в центре, а у памятника Советско-Польскому братству по оружию. Поднимите боковое стекло. Достаточно. Сейчас проведем замеры, светопропускаем с ваших боковых стекол. Стекла этого автомобиля затонированы так, что инспектор ДПС видит там свое отражение. Конечно, говорить о возможном нарушении пока рано. Нужно принести прибор для измерения светопропускаемости. Но в его показателях уже никто не сомневается. Второй замер идентичный. 4,4. Третий замер 4,5. Средний 4,4. Соответственно, стекло ваше требует пусковой лампы, поможет вам. Теперь над Приокским разлетается характерный звук отклеивания тонировочной пленки. Водителю выдается предписание о том, что неисправность нужно либо устранить, либо прекратить пользоваться этим авто. Иначе ждет суровое наказание. В случаях, когда водитель не выполняет законные требования сотрудника полиции, он привлекается к административной ответственности по первой части статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность вплоть до административного ареста.
Тянуть с оплатой инспектора ГИБДД не советуют. Первые две недели скидка 50%. Дальше по всей строгости. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новая информация для отслуживших. Сейчас военнослужащие, находящиеся в резерве, могут поступить на службу в БАРС. Это боевой армейский резерв страны. Рязанским военкоматам уже есть чем похвастаться. Так, за два месяца на резервную службу поступило 75 рядовых и сержантов. И 28 офицеров. И это только по Московскому и Железнодорожному районам. Какие преимущества у такой службы, расскажем далее. Теперь в военкоматах на медосмотре присутствуют не только юноши, которым предстоит служить, но и мужчины, отслужившие. Причина – заключение контракта на службу в резерве. При этом возраст таких желающих вариативен. Можно приходить даже тем, кому далеко за 50. Это люди, находящиеся в запасе, работающие на предприятиях, но в то же время, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, они находятся в постоянном резерве, проходят определенное обучение. После заключения контракта они получают определенное денежное содержание от вооруженных сил. С идеей о создании боевого армейского резерва страны президент России выступил еще в 2015 году. После началась активная подготовка. Сейчас система работает, и вот по какому принципу. Военнослужащий запаса, будь то рядовой или старший офицер, может заключить с Минобороны трехгодичный контракт. За это он получает дополнительные льготы, медицинское обеспечение и, разумеется, деньги. Самой же армии нужно посвящать 3 дня в месяц. Сборы будут проходить в течение каждый месяц по 3 дня. Вот, и в конце года будут проходить сборы в течение 1 месяца. На этих сборах будут проводиться занятия по огневой, по тактической, по вождению, по специальным подготовкам, ну и по другим различным дисциплинам, которые нужны, необходимы для прямого предназначения этих военнослужащих в данном стрелковом полку. Чтобы заключить контракт, нужно прийти в военный комиссариат, к которому человек приписан, и подать заявление о службе в резерв. Категория здоровья А, Б. Это годен или годен с незначительными ограничениями. Затем последуют тесты на профпригодность и определение на место службы. Причем воинская часть будет находиться в регионе. Все эти военнослужащие, они в действительное время приписаны к военкомату и в дальнейшем военное время идут по предназначению. Основная выгода заключения контракта мобильного резерва – это то, что человек также находится в запасе. Единственное, что он посещает занятия, но получает денежное довольствие. О денежном довольствии стоит рассказать подробнее. Для сержантов и рядовых это будет примерно 6,5 тысяч рублей. Старшие офицеры получат больше – от 12 тысяч. При этом место и зарплата на работе за этим человеком сохраняется. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.